Пройдут ли традиционные линейки 1 сентября? Кто прибрался на Думной горе? Отремонтируют ли тротуар у 86-го дома на улице Роза-Люксембург? Эти и другие новости на второй полосе. Как пандемия коронавируса повлияла на поступление в городской бюджет? Читайте на странице 4. Каким было 1 сентября у депутатов городской думы? Они рассказывают сами на развороте 6 и 7 страниц. А у нас в саду как в заповеднике. Рубрика «В гостях у сада» на 8 и 9 полосах рассказывает о жизни садоводов сада Малахова гора. Байкеры. Кто они? Безнадежные романтики или летчики-истребители на наших дорогах? Что обозначает лежащий на дороге мотошлем и чем отличается грустный байкер от веселого? Разузнала Татьяна Чайковская. Читайте на 19 странице. Свою мечту петь на сцене Александр Седунов осуществил в 65 лет. Теперь он сам пишет музыку к своим песням. Подробности на странице 20. Бывшая москвичка Валентина Журавлева в войну собирала осколки снарядов в корзинку. В Полевском штукатурила и красила дома и магазины. И всю жизнь бегала на лыжах. О ветеране отдела капстроительства СТЗ читайте на странице 22 и 23. Рабочей правде всегда есть что рассказать.